Трое петропавловцев добровольно принесли в полицию незарегистрированное оружие. Один сдал гладкоствольное ружье ТОС 12-го калибра, найденное в лесу. Другой горожанин нашел под окнами своего дома травматический пистолет, о чем заявил в полицию. Добровольная сдача избавила обоих от ответственности за незаконное хранение. Это промежуточные итоги акции «Владелец», которая проходит в регионе 7 июня. Ее цель – снижение риска краж оружия и совершения преступлений с его использованием. Более чем за 10 дней 7 тысяч зарегистрированных владельцев гражданского оружия полицейские проверили свыше 1300, это 18,5%. Стражи порядка выявили 58 правонарушений, из них 47 – нарушения правил хранения оружия. Остальные владельцы пропустили сроки перерегистрации. Гражданское оружие и боеприпасы к нему должны храниться в прикрепленных к полу или стене сейфах с толщиной стенок не менее 3 мм. Чаще всего владельцы допускают также хранение в сейфах денег, ценностей и других предметов, не имеющих отношения к оружию. Это запрещено. Важно понимать, правила разработаны для того, чтобы свести к минимуму вероятность попадания оружия в криминальную среду и строго их соблюдать. По всем вопросам, связанным с оборотом оружия, жители области могут проконсультироваться по телефону в Петропавловске 8 715 2 49 32 34, а также территориальных подразделений полиции. Наталья Штабная при поддержке пресс-службы областного департамента полиции.